друзья, это мы уже идем на другую прогулочку нашу. На какую мы идем прогулочку? Мы поедем на фуникулёре вверх. Так вот за тупом скобки? Да, ну за забором? Да, я зараз мы увидим, я покажу. Добре. А це галочка церква, розкажи? А це церква, де відспівали Тараса Шевченка, коли везли Санкт-Петербурга у Канів. І тут зупинялися, да? Зупинялися, да, відспівували. Угу. А вже потім у Канів? Да, да. Угу. Ось, дивіться. Музею бути, то есть музею быть. С восклицательным знаком. Здесь построят музей. Музей на Почтовой. Річкова брама Києва. Археологічний музей на Почтовій. Смотрите. Вот это да. Вот это вот надпись. Да отсохнут конечности у того, кто посягнет на святые останки древней Киевской Руси. Да. И ось, дивіться, на украинский читаю. Ой, ви ж дочекаєтесь, люди, Мамая, він прийде і все як колись уладнає, біду відведе, ворогів налякає, і знову у серці музика заграє. Чому ж ти так довго не їдеш, Мамаю? Дійсно, якби він приїхав, мабуть, уже давно навів би лад. Правда, Галочка? Наведе. Так, друзі, ви поняли, що за цим забором построять музей, да, археологічний музей на Почтовій. Поки що тут забор, і він скриває вот эту вот церковь, о которой нам Галочка уже рассказала. Так. Ну да. Вот, смотрите. Угу. И она называется Церковь Різдва Христового. И вот тут стояла домовина, то есть гроб с телом Тараса Шевченка, и было отправлено панахиду за спокій его души. И вот барельеф Тараса Григорьевича Шевченка. А вот это вход в церковь, но она закрыта сейчас. Потому что сейчас уже вечер, воскресенье. Так, так тут действует экскурсии? Да, смотрите. За попередним, да. Смотрите, так он действует за таким забором. Я думала, что это как бы... Они там же раскопки еще идут. Ну, они там обладали и... Раскопки еще идут? Нет, они законсервировали, потому что когда строилась уже развязка. Да. Там дуже много ценных вещей нашли. Смотрите, друзья, как долго, много лет строили эту развязку, да, вот эту вот на Почтовой. Но оказывается, даже такие, ну, длительные постройки, просто вот транспортные развязки, приводят к таким неожиданным фактам и таким, что вот просто во время, скажем так, стройки этого моста, этой развязки, нашли археологические артефакты, можно так сказать, да? Да. И вот сейчас вот мы находимся, конечно, по эту сторону забора, но вот там вот за забором есть музей, и он, оказывается, уже действует только по предварительной записи. Я пока вам вот это все показываю. Вы можете посмотреть, кто в Киеве находится, можете даже вот телефоны списать. И можете записаться по желанию на эту экскурсию, потому что там законсервированы вот эти археологические раскопки, там есть что посмотреть. Это там, вот там, вот за забором. А мы поворачиваемся, и мы сейчас, смотрите, повернулись прямо на фуникулер. Вот здесь сейчас зеброчка, мы через дорогу переходим, попадаем на фуникулер и будем на нем подниматься. Друзья, мы уже зашли в фуникулер. Вот здесь такая небольшая очередь, чтобы пройти, чтобы проплатить проезд. И вот как раз мы сейчас видим, как спускается вагончик фуникулера. И если мы успеем пройти, то мы на нем и поедем. Друзья, мы поднимаемся сейчас в фуникулере. Вот, немножечко видно сейчас вот спуск. Здесь очень крутая гора такая вот.
И, кстати, когда-то давно здесь спускались пешком, когда не было фуникулера. Смотрите, какой крутой спуск. Видите, какой обрыв. Я вот сейчас еду и думаю, мы уже, кстати, подъехали. Как здесь люди в старину ходили пешком. Приехали. Друзья, мы уже поднялись на фуникулёре. Вот по той улочке мы прошлись, вот так вот обошли вдоль забора. И вот здесь мы вышли на площадь перед Михайловской колокольней и Михайловским. Как только сказала колокольней, она стала звенеть для нас. Смотрите, слушайте. А, это была половинка, поэтому один раз. По один раз зазвенели эти часы на колокольне. И вот там вот дальше, вот так вот дальше за забором вам немножечко покажу Михайловский собор. Вон, с куполами красивыми, золотыми. И вот так вот я поворачиваюсь. Здесь большая-большая такая красивая площадь, она огромная. И прямо по курсу перед нами Софиевский собор. А вот здесь немножко будет солнце засвечено. Мы подходим, друзья, поближе, чтобы показать вам очень красивый памятник. Смотрите, прямо по центру, вот так вот, я поднимаю камеру, смотрите, это памятник княгине Ольге. Вот слева от княгини Ольги памятник Андрею Первозванному, который указал, что здесь будет город Киев, да, и много церквей в городе, и благодать Божья. Да. А вот здесь, справа от княгини Ольги, памятник Кириллу и Мефодию. Так, это тоже святые. И вот они вдвоем. Друзья, смотрите, я сейчас, по-моему, успела заснять момент, когда женщина какая-то, вот смотрите, вот пожилая женщина, поднесла огромный букет белых роз возле памятника княгини Ольги поставила. И мы буквально только что с вами тут были. Я не знаю, что это за женщина. Вон она пошла в такой бежевой кофточке. Пожилая женщина и поднесла очень красивый букет. Буквально на наших глазах. Мы только что минуту как отошли. Смотрите, вот он стоит, этот букет. А минуту назад его здесь не было. Вот это прямо по курсу Министерства закордонных справ. Такое помпезное, с колоннами, огромное здание. А мы идем с вами вот по этой улочке. Друзья, мы с вами спускаемся по улочке Десятинной. Вот туда вот мы идем. Но здесь я по дороге увидела вот такой вот нос. Он натер до блеска. Теперь мы с вами потрем нос и загадаем желание. Вот так вот потрем нос, загадываем желание. И идем дальше по улице Десятинная. Спускаемся к Андреевской церкви. Дойдем до памятника Проне Прокоповне и Голофастову. Да, кстати, этот нос для тех, кто захочет, может быть, сюда подойти, он находится по адресу улица Десятинная, 13. Он там остался позади, на стене. Мы уже почти подходим к церкви, друзья. Так, подошли до знаменитого памятника. И сразу видим жук на интересном месте Голофастова, Свирида.
Так, и Проня Прокоповна. Смотрите, какая прелесть. Видите, как он ей признается в любви, как он ее нежно за ручку держит, но почему-то голову отвернул в сторону, да. Не смотрит ей в глаза. Делает предложение, а в глаза не смотрит. Так, а Проня смотрит прямо на него, на Свирида. Ну что тут трем? Какие места натертые? Колечко, носы и жук, да? Тут, может быть, даже есть какие-то свои приметы. Например, что-то потрешь одно, и что-то сбудется то, да, именно? Или как-то без разницы? Или для тех, кто хочет выйти замуж и пожениться? Да, колечко. Терпи. Колечко. Обводное, ободрук. Аллочка, будешь это терпеть? Нет. Нет? Нет. Сегодня не а буду. Замуж выйти? А скоро этого жука зачем труд? Да. Может, какое-то богатство, слушай. Давай придумаем на ходу. Нет. Треба подивиться, почитать. Но мне жук нравится. Ну что? Так, друзья, загадывайте вместе со мной желание. Ну, я хочу, чтобы они уже успели сейчас загадать желание. Да, загадывайте со мной вместе желание. Будем начинать его сейчас тереть, этого жука. Смотрите, какие у него рога. Какая у него спинка. Он уже золотой практически. Он уже даже золотой. Все, потерли его. Надеюсь, вы загадали желание. Смотрите, какая красавица. Вы, конечно же, узнаете, даже те, кто и не киевлянин, все знают эту знаменитую Андреевскую церковь. Это очень красивая церковь. И это единственная церковь без колоколов. Она не имеет колокольни. Колоколов тоже не имеет. Это такое произведение зодчества, произведение искусства. Ну и по легенде, именно здесь, на этом месте, стоял Андрей Первозванный и говорил, что здесь будет город великий, благодать Божья, и будет в этом городе много церквей. Да? Да. И вот еще, да, и вот еще на этих ступеньках, вот там, на тех ступенечках, стояла Проня Прокоповна, Маргарита Криницына, актриса, да, когда снимался фильм «За двумя зайцами». Пришли теперь на новую площадку, там? На новую? Ряду вода, дуже красиво. Ну, идемте на новую площадку смотровую. Послушайте, как красиво. Давай спустимся. Между нами сюда пришли. Ну, я покажу зараз трошки ближче. Да, он там на шабалу, далеко-далеко видніється. Та не так уже далеко рукой ходить. Ну, якщо так рукою, то, то легко, да. Ми пішли по ступеньках. Пішли по ступеньках. Дорогі, ті самі сходи. Тут такий знак вказано стоїть, що сходи споруджені в 2019 році за ініціативи мера Києва Віталія Кличка. Тобто, вот этих ступенечек не було, це нові ступеньки, вони здесь установлены в 2019 году, і вони дерев'яні, кстати. Ми по ним спускаємося. Смотрите, какие красивые ступенечки.